А, нет, давайте послушаем «Сквозь баб». «Сквозь баб» и «Визит». «Пусси Султан» называется трек. Это должно быть весело. Давайте вот это послушаем. Сквозь баб, детка, натяну визи, нанесу визи, заложись на спинку, будто бы ты на УЗИ. Я не тортик, но мне есть чем тебя угости. Вот чувак четко, да, сидит на бите. В своих, блядь, приколах, да? Сквозь баб, как Samsung, визит эти гандоны, блядь, пиздец. И он... Очень красиво во всем этом выглядит. Бля, это шляпа Луи, да, по-моему, шапка на нем. Дерзко. Это бы сидит, нам не сидит, как Саркози. Подними с утра будильником из твоих стонов. Ты мне как сестра, но я люблю и... Муравей уже был гостем. Муравей уже был гостем на просадке. У его долгополов будет по-собачьи, но не надо кушать. Я холодный, как Саб-Зиро, говорю, иди сюда. Все расходы на резину, детка, беру на себя. Бэби, бэби, двигай, двигай, тазобедренный сустав. Я пришел, чтобы показать ей, кто такой Пусси Султан. Не туда, поприседай, блин, базара нет. Кто такой Пусси Султан? Еду на свиданку, скушал ананасик. Снова в новых найках, но не это меня красит. В плеер only classic, только с кима скрытым тасик. Знаю, я лезу под пули, но визит обезопасит. Но ты нижний броник, и меня никто не тронет. Шикарно стелит, шикарно стелит, шикарно бежит по музыке, шикарно рассказывает, и он в этом образе, он в этом флоу, это его. То есть этот трек удался, это его тема. Сквозь баб очень крутой. На тебя наехал, даже не помог парктроник. Ой, царевна на троне, на мне скачет как биткоин. Я кладу в тебя яички, детка, я пасхальный кролик. Я холодный, как Саб-Зиро, говорю, иди сюда, все расход. Да, реально, рекламный ролик, за который не стыдно, бля, рекламный трек. Вот как у Нойза, да? Ну, он совершенно в другом амплуа, да? Вот Нойза, Билайн, Нойзовский Билайн, да? Прочитать там и так далее. Про чтение, про книги. А вот про уважение, все дела. Здесь совсем другая тема, конечно. Здесь прикол, здесь расслабон, там изи-катка, все такое. Вот, но сквозь баб тут как влитой вообще. Шикарно вообще. Воды на резину, детка, беру на себя. Бэби, бэби, двигай, двигай, тазобедренный сустав. Я пришел, чтобы показать ей, кто такой Пусси Султан. Трючок максимально новый. Премьера состоялась 2 часа назад. Случай, я о другом, я понял. Кто такой Пусси Султан? Не туда. Кто такой Пусси Султан? Хорош, хорош, реально хорош. Качает, вайбит, улыбает. Все здесь есть. То есть это не стыдный трек. Это не закос, это не попытка сделать что-то, это оно и есть. То есть это оригинал действительно, и это звучит красиво. Респект. Хорошая работа, удалась она абсолютно. Реально тот случай, когда за рекламу не стыдно. Вот мы посмотрели сейчас предыдущий трек, где есть реклама. Ну там product placement, да, прям сразу. Также мы знаем работу Нойза с Билайном и вот работу сквозь баб с визитом, да. Ну бля. Разница налицо. Имеется в виду, Нойз и Билайн это хорошо, сквозь баб и визит это тоже хорошо, а вот артисты с product placement, там некоторые, это очень-очень плохо. Ну, ладно, как бы. Но это мое мнение. Вот, поэтому вот респект сквозь баб ты крутой.